Непогода бушует в центральных районах края. В Ковалерово попеременно идет дождь и снег. К ночи ожидают полноценный снегопад. Уже сейчас температура приближается к нулю. Люди попрятались по домам, и это хорошо, считают автоинспекторы. Дорога стала опасной. У нас идет небольшой дождь, периодически переходящий в град. Мокрый асфальт, он не менее опасен, чем гололед, потому что сцепные свойства шин с дорогой тоже ослабляются. Поэтому обязательно соблюдать нужно скоростной режим, соблюдать дистанцию, резко не тормозить.